Так, давайте посмотрим, какой у нас будет пятница. Пятница, три карты, как обычно. Вестник, летит вестник, несет весть, письмо, сообщение, известие. Змея, змея. Ну, змея здесь, в этой колоде две змеи, поэтому здесь змея, видите, шкуру уже сбрасывает. Уже это куда-то поползла прятаться, отползает. Дело наделала змея на убывающую луну. Ну, и теперь ваш корабль пошел. Пошел ваш корабль. Да, много у вас было разговоров, переживаний, слез пролито от этой змеи. А сейчас в пятницу вам идет сообщение о том, что корабль ваш пошел. Вы возвращаетесь к своему чести, достоинству, признанию, благополучию. Карта Лилии – это высокое общественное положение. Это говорит о том, что вы, наконец, находитесь в окружении хороших людей, настоящих друзей, что у вас есть ваш ангел-покровитель, который вас оберегает, что вы можете рассчитывать на помощь друзей, что вы у вас нет ограничений, нет конфликтов. Корабль идет. Смотрите, карта медведь. Здесь и мужчина какой-то проигрывается, потому что медведь – это властный, сильный мужчина, покровитель, который может оказать вам поддержку, помощь. Потому что медведь – это символ силы, это помощь, это защита. Также медведь может символизировать какие-то блага. И тут у нас идет как раз с благами, с рыбой в зубах, которые дают нам деньги, блага. И он как раз вот вам может в чем-то здесь помогать. А, ну, новости, деньги идут. Карта денег, карта исполнения желаний на дне колоды у нас. Ваш ангел-хранитель, ваш друг. То есть для кого-то здесь проиграется аж два мужчины, а для кого-то проиграется один мужчина и как помощь свыше, помощь вашего рода. Рыба, исполнение желаний, получение материальной прибыли. В том числе и, возможно, даже короткие поездки куда-то. Как правило, рыбы несут новые идеи, удачу, успех, результат, который превосходит все ваши ожидания. Все, дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго вам и до новых встреч. Пока-пока.